Привет, друзья! Очень вкусная рыбка. Два рецепта сразу. На растительном масле обжариваю лук. Нарезаю крупно, так вкуснее. Через пару минут в сотейник выкладываю морковь. Тоже крупными кусочками. Обжариваю минутки 3-4 на сильном огне. Постоянно перемешиваю. Теперь сладкий перец и соль. Через минуту выкладываю рыбу. У меня филе минтая. Было заморожено. Рыбу можно взять любую. Главное убрать из нее все косточки. Рыбу тоже нарезаю не слишком мелко. Перемешиваю. И добавляю черный перец по вкусу. Других специй здесь не нужно. Готовлю еще минутки 3-4, ну или 5, до готовности рыбы. И все. Подаю с зеленью. Сегодня у меня руккола. Это очень вкусно. Сразу может показаться, ну что здесь такого? А вы попробуйте. Времени у меня ушло минут 15. Это вместе с подготовкой рыбы и овощей. А результат, поверьте, потрясающий просто. Очень рекомендую. Для второго рецепта я взяла такое же филе минтая. Полностью его разморозила. Немного подсаливаю. И еще возьму специи для рыбы. Это мой авторский рецепт. Я много лет экспериментировала и наконец-то нашла именно то сочетание, которое ну прям очень нам нравится. Здесь 17 составляющих. Аромат. Рыбу я не мариную, подсолила, натерла специями и в электрогриль. Гриль я предварительно смазала маслом и разогрела. 3-4 минуты и рыба готова. Очень вкусно пахнет. Снова смазываю панели гриля маслом, разогреваю. И когда загорелся зеленый индикатор, выкладываю в электрогриль овощи. Лук, кабачок и перец. Сверху смазываю еще немного маслом и прижимаю. Смотрите, как аппетитно это все выглядит. Овощи я даже не солю, они и так очень вкусные. О, к ним подойдет базиликовая соль. Или лавандовая. Скоро, кстати, выйдет моя книга, в которой я собрала все свои приправы и специи. Чтобы не пропустить, подпишитесь на мой канал в Телеграм. Там я с вами каждый день. Там я отвечаю на все ваши вопросы. И там все самые актуальные новости. Отсканируйте QR-код на экране или переходите по ссылочке под этим видео. И присоединяйтесь. Скучно не будет. Попробуйте приготовить так рыбу с овощами. И напишите, какой способ вам понравился больше. Буду ждать ваши отзывы. Всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что доверяете и готовите вместе со мной.